это пресс для задавливания, прессования гвоздевых пластин. Рабочая длина более 12 метров. Станина. В станине резьбы для позиционирования. Вот эти клинушки есть. Клинушки и типа прижимы. Ездит по рельсам. Это опоры переставные. Они автоматически переставляются. На прессе здесь единственное, что маслостанция подтекала. Все. Это сами цилиндры чистые. Цилиндры без подтеков. Без ничего. И клапан. А вот пример здания, как можно изготовить на этом прессе. Пролет здесь чуть больше 18 метров. Это горизонтальный пресс. Здесь у него положение сошлось, разошлось. Максимальный разлет 3,50. Длина его 12 метров. Механизм цепной привод. И сжимается винтами. Также боковые упоры. Закладываются, перемещаются по всей длине. Минимум получается 2,70. Ну, максимум 2,50 можно сжать, это там до самого конца. Так он обычно до 2,70. И максимум 3,50. Так, это сверлильный станочек для ферм. Здесь три сверла. Пневмозажимы. И привод опускания сверла.